Радмир, я башкир, а мой друг Азиз – узбек. Азиз, как и я, студент Сургутского государственного университета. Он учится на втором курсе Института естественных и технических наук. Его будущая специальность – биохимик. В Сургут я приехал из Киргизии. Здесь я планирую заканчивать бакалавриат и магистратуру в Сургут, а затем остаться работать. В свободное время Азиз работает волонтером. Он помогает в организации различных мероприятий. А еще он пишет рассказы в жанре фэнтези. Его рассказы пока нигде не публиковались, но я надеюсь, что однажды смогу взять его книгу в руки и скажу: «О, это написал мой друг». Узбекский народ очень любит праздники, и большинство их национальных обычаев и традиций связано с праздничными обрядами. Главный обычай, который я помню с детства, это если тебя пригласили в гости или за стол, некультурно отказываться или опаздывать. Когда ты зашел, должен поприветствовать всех. А хозяин дома сам покажет, куда тебе сесть. Я был очень удивлен, когда узнал от Азиза, что у узбекского народа есть своя чайная церемония. Как, например, в Китае или Японии. Заваривать чай и угощать им гостей за столом должен хозяин или хозяйка дома. Перед тем, как угощать чаем гостей, хозяин или хозяйка трижды наливает чай в пиалу и выливает ее обратно в чайник. Таким образом, чай быстро заваривается, и разлитая по пиалам заварка будет одинаковой. А главное, не удивляйтесь, если хозяин нальет вам не полную пиалу. Это традиционный элемент гостеприимства. Чем почетнее гость, тем меньше в его пиалу наливает чаю. У каждого из народов, населяющих нашу планету, существуют свои обряды, которые формируются веками. Я считаю, что все это создает неповторимую индивидуальность каждой нации, каждого народа. Мой друг узбекской национальности. А кто твой друг?